Сегодня по случаю прибытия эстафеты Победы в зале органной камерной музыки была развернута выставка вооружения и техники охраны границы и фотовыставка. Приглашены ветераны-пограничники и школьники. В этом году эстафета стартовала в двух городах одновременно – в российском Мурманске и белорусском Бресте. Прошла вдоль государственных границ 9 стран участников СНГ – от заставы к заставе. А сегодня для гостей органного зала был организован праздничный концерт пограничного ансамбля «Песни и пляски». Прозвучали мелодии военных лет. Наша эстафета – это дань памяти нашим ветеранам. Это наш вклад в ту борьбу, которую мы ведем, чтобы подвиг наших дедов и отцов не был забыт. Завтра сотрудники пограничного управления ФСБ России передадут эстафету российским пограничникам в Абхазии. Мероприятие состоится на мемориале «Подвиг во имя жизни» в 11 часов. Елена Овсецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.